Привет, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас с вами будет вот такая большая очередная распаковочка заказана с посылок на сайте AliExpress. И не только. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Итак, первая посылочка, это мне пришла с русского сайта, фирма Апика. Это идет электронные звуковые щетки. Заказала для всей семьи, две детские и две взрослые. Там есть разные на сайте, ссылка будет в описании под видео. Хорошие отзывы на эту продукцию, это идет японская продукция. Вот эти две детские получаются звуковые щетки. Вот что заявлено, сделано в Японии. 12 месяцев гарантия. Да. И, конечно, у нас на японском языке также есть инструкция. Конечно, я их испробую и обязательно вам оставлю отзыв в следующих видео. И две взрослые. Давайте с вами откроем и посмотрим поближе. Эта зубная щетка идет на батарейках. Таким механизмом идет включить и выключить ее надо. Off-on. Так, сейчас посмотрим, как она работает. Немножко она вибрирует в руке. Щетины длинные, мягкая, не жесткая, так что будет комфортно при чистке. Удобно в руке держать, такой белый цвет. Еще раз повторюсь, там есть разные модельки продавца. Еще хочу попробовать с вами открыть, посмотреть, какая батарейка тут входит. Вот такая батарейка, одна, вот так она идет внутри. Обычная пальчиковая батарейка. Щетка идет вместе с батарейкой. Легко будет заменить. Насадки также вот так снимаются. И также можно будет сделать легко замену. Интересная щетка. Ссылки будут в описании под видео. Вот так все хорошо продавец упаковал. Доставка с магазина где-то в районе месяц с отслеживанием. И сейчас посмотрим, что я тут себе заказала. Это, короче, новиночки. У нас сегодня очень много будет разных новинок. Так что досмотрите видео до конца. Так, первое, что мне попадает под руку, это идет магнит. Это идет разносторонний магнит. С ним можно получить разные блики. Картинку я вам вставлю. Вот такой магнитик. Не тяжелый, легкий. Так, ссылки на все товары будут в описании под видео. Дальше я себе вместе с магнитиком заказала несколько кошечек. Это идут пигменты кошка. Так, плюс этого, что нету срока годности, конечно, добавить в топ или в базу. И будет у вас кошка на черный гель-лак. Итак, начнем. Тут у меня получается 4 разных цвета. Цвет под номером 02. Откроем цвет под номером 02. Красиво упаковано. Вот такие блестящие штучки. Идет вместе с спонжиком. Наполняемость 2 грамма. Вот такой зеленый цвет. Давайте посмотрим, какая наполняемость. Тут главное не чихнуть, чтобы этот пигмент не рассыпать.
Так, что-то мне трудновато это дается. Вот, все, открываю. Так. Вот столько наполнено. Ну, я считаю, что нормально. На втирку расход идет минимальный. Я всегда люблю делать втирку пальцем. Вот как-то так, вот такой блеск зеленый. Так, я уже за кадром сделала. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось с этим магнитом. Вот такой цвет под номером 02. Такой зеленый, что-то непонятное. У меня получилось. Вот такая кошечка. Так. Ну, красивая кошка. Кто любит зеленый цвет, тогда советую. Так, чтобы я их не попутала. Так, следующее у нас очень красивая, это под номером 3. Эффект классный. Вообще, кошечки обалденные. Там есть разные 12 цветов, если я не ошибаюсь. Картинку я вам ставлю. Цвет под номером 03. Смотрим наполняемость. Такая же наполняемость. Так, втирка хорошо распределяется. Какая-то красота. Вот, можно делать как бы обычную втирку, и вместе с магнитком получается кошка, если использовать магнит. Так, вот я сейчас вам покажу, что у меня получилось. Очень красивый, классный, крутой эффект. Камера всей красоты не передает. Посмотрите, как красиво. Красивая кошка. Этот цвет я вам однозначно советую. Так. Красота просто. Там есть разные эффекты у продавца на картинке, как можно получить любой другой эффект. У меня вот такой какой-то непонятный с этим первым цветом я делала с магнитиком, получился эффект. Ну, играться можно магнитиком по-разному. Цвет номер 4. Наполняемость смотрим. Так, что-то мне тяжело их открывать, да еще под камеру. Такая же наполняемость. Мелкая втирка, легко втирается. Так, втирка кошка 04. Вот такой красивый эффект у меня получился. Кошечка. Короче, я как я это делала? Я нанесла топ, просушила в лампе свой от Beauty Luxe, просушила 10 секунд, нанесла эту втирку, потом нанесла сверху еще раз топ, уже не делала просушку и делала блик. И тогда у меня получился вот такой эффект. И перекрыла, конечно, топом. И уже просушила, и вот. Ну, можно и смешивать как бы с базой, и наносить вместе. Но я делала как втирку, потом перекрывала топом, не сушила, и делала блик. Этот также цвет 04 я вам советую. Красивый, яркий, красивый. И еще один, это уже у нас 11. Так, все вам открываю поближе. Поднесу втирку, я делала пальцем. Наполняемость вот в этой тирке больше, нежели в предыдущем. Хорошо наполнил продавец, и эффект замечательный. Вот какой, посмотрите. Красивые переливы. Вот так все вместе в тирочке. Классно, да? Можно играться и играться. Так что я эти кошки вам, девчонки, советую. Красивые кошки. Это новинка. В магазине также можно взять купоны. Продавец в мобильном приложении выкладывает купоны. Я брала вместе с купонами.
У меня отлично получилось. Следующая покупочка — это неоновые пигменты. Там есть и побольше наборчик продавца. Вот взяла 6 наборов, то есть 6 цветов в наборе. Там, мне кажется, что есть такие большие 12 разных цветов. Но это как бы самые ходовые. Такой яркий зеленый, желтый, розовый. Так, неоновые цвета. Посмотрим вот такую фуксию, фиолетово-розовый. Ну, наполняемость, девчонки, хорошая. Посмотрите, главное тут не просыпать. Немножко просыпала, как без этого. Вот. Сивая палитра. Дальше следующая посылочка. Это мне пришла фреза. Так, две фрезы. И сейчас с вами посмотрим. Так, я еще тут испачкалась от этого пигмента. Вот такая 0,9 с красной насечкой для снятия гель-лака. И еще одна. Так. Это 0,4. Также такая красивая, как бы фреза хамелеон. Это новинки, также фрез на AliExpress. Вот такая вторая фреза, что тут заявлено, F. Так, фокус. Следующая посылочка. Это пластины для стемпинга от JR. В предыдущем видео у меня было тестирование этих пластин, так что кому интересно, посмотрите, там новиночки были. И еще вот пришли ко мне новые. Ну, в этом видео мы тестирование делать не будем, но обязательно сделаем тестирование с вами этих пластин. Если вам интересно, пишите в комментариях, сниму отдельно видео. Пластина под номером 280. Это цветочная тематика. Разные цветы. Вот такие красивые в кольцах, как бы в кругу. Эти цветы классные. Вот так, если сравнить с ноготочком. Пластина под номером 280. Дальше следующая пластина. Это под номером 273. Там дальше у них крутые новинки вышли с надписями. Вообще там огонь новиночки вышли. Так что посмотрите, обязательно зайдите в магазин, посмотрите. Эти пластины имеют хорошие качества. Гравировка всегда на высоте. Легко получается с ними стемпинг. Не надо морочиться. Это сеточка, как бы давно я не брала вот такую тематику, как бы. В предыдущем моем видео что-то подобное у меня была фольга на обзоре, как бы кружева черно-белая. Можете посмотреть. Это вот такая пластина взяла себе. И еще одна 272. Это кошечки, сердечки, надписи. Это классная надпись, да? Лапки. Конечно, для любительниц кошек. Или любовной тематики, сердца. Пластина под номером 272. Дальше. Следующая посылочка, что тут не пришло. Это, короче, девчонки, также новинка. Идет вот такие наклейки в виде огня. Номер 370. Это идут 3D наклейки. Их только отклеить и наклеить на ноготочек. Красивые, яркие такие, на белый цвет будет хорошо смотреться. Я люблю такую тематику. Я еще себе пластину заказала. Классные, да? Следующая посылочка. Это мне пришла акриловая пудра. Вот так хорошо все продавец упаковал. Там есть разные цвета продавца.
Ну, наполняемость, как бы, баночка небольшая, 5 грамм. Вот тут номер цвета, 7904. Красивая вот такая, с блестяшками. Вот, наполняемость видно. Открывать не буду, чтобы не просыпать, а то у меня все просыпается тут. Так уже вся испачкалась. Так, вот такая акриловая пудра. 5 грамм. Так, сейчас ловим цвет. Вот такие как бы блестяшки. Баночка небольшая, если сравнить с ладошкой. Для укрепления ногтей на базу. И как бы уже и дизайн получится. Два в одном. И укрепление, и дизайн. Так, это получается 0,4. Это уже розовое идет. Также есть мелкий шиммер. Вот. 5 грамм. Также. Так, еще вам хочу показать шиммер тут. Так, трудно уловить мне этот блеск. Мне кажется, что у предыдущей больше было этих блестяшек внутри. Тут меньше. Но все же они есть, присутствуют. Вот такие два цвета. Главное, что не просыпались, пришли ко мне целые. Следующая посылочка, это очередные мои кисточки. Кисточек много не бывает. Такие разные размеры. Набор идет 7 штучек. Так, идут в защитных колпачках. Вот так. Футляре. Это получается двоечка к 14 номер. Кисти идет. Так, сейчас посмотрим. Все идут защитным клею. Вот. Транспортировочным клею. Вот таких колпачках. Дизайн красивый. Такой блестяшки. Как я люблю. Там есть разные два набора. Получается вот такие белые и золотые. Серебро и как бы золото. Такой наборчик бюджетный. Ссылки смотрите в описании под видео. Следующая посылочка. Это очередные пластины от JR. Новиночки. И одна старая серия. Получается номер 80, тематика огня. Как бы можно сделать стемпинг, а можно наклейку. Ну, с наклейкой, мне кажется, что побыстрее дизайн получается. Отклеили, наклеили и закрепили. А стемпинг надо еще лаками морочиться, с штампиками. Но все же это как бы многоразовый вот эффект. И разными цветами. У меня в предыдущем видео как раз были красивые лаки для стемпинга от The Joy. Очень они мне понравились. Там разные яркие, такой насыщенный розовый красивый цвет был. Кому интересно, посмотрите. The Joy лаки для стемпинга. Вот. И еще пластину заказала себе 80. Вот такой огонь. Дальше есть еще одна пластина. Это 289 из новинок. Кенгуру, панды. Как бы такая животных тематика. Страус. Вот человечек. Идут на подложке. Хорошие пластины. Пишите в комментариях, надо ли вам тестирование. Обязательно с вами сделаем. Следующая вот такая большая. Это мне пришли типсы. Как бы для чего мне они? Вот для такой подставки, чтобы вместе с вами что-то творить. Так дешевле получается брать, нежели вот в кольце типсах длинных. Вот этих. Эти получаются дешевле покупать для тестирования. Вот и заказала. Тут набор идет 5 таких штучек. Получается по 24. Вот. Короче, расходный материал для тестирования. Всегда надо нам. Да. Дальше следующая посылочка. Это пришла также пластина от Major Digit 64. Эта пластина идет дороже, нежели JR-ки, когда я заказывала. Это идет как бы
морская тематика, разные тут волны, звезды, медузы. Вот такая. Так, немножко выше. Меня тут отсвечивает дельфинчик. Красивые волны, да. Вот такая пластина под номером 64. Гравировка также в этих пластин хорошая. Major Digit. Там есть разные пластины продавца. Но я выбрала как бы себе такую. У меня еще такой тематики не было. Решила взять. Так, следующая пластина. Следующая посылочка. Я уже заговариваюсь. Да, это мне пришла фольга. Дешевая фольга, ну и доставка была долгая, больше месяца. Где-то почти 2 месяца. Это очень дешевая фольга. Взяла из-за цены показать вам. Я фольгу люблю. Недавно у меня было на канале тестирование фольги. Так. Вот наборчик. Это получается как бы фольга-градиент. Вот так я ее бы назвала. Но она немножко покоцана какая-то. Посмотрите, видно, да? Какая-то не очень. Вот, посмотрите, вообще какой-то ужас. Не знаю, это мне такая попалась или... Вот, вообще. Разочарована я этой фольгой. Ну, что хотеть за копейки. Такая красивая, зеленая, яркая, покоцанная тут. Все практически, они все покоцанные. Вот это более-менее нормальная, вот такая. Остальные как бы с проплешинами. Смотрите сами, надо ли вам такую фольгу. Она, конечно, бюджетная. Так, получается 9 кусочков. Не 8, а 9. Стирки, пигменты. Так, все хорошо, продавец упаковал. Получается, набор идет 12 штучек. Так, вот такие цвета. Главное, что ничего не просыпалось. Так, давайте посмотрим. Вот так они открываются. Такая-то красота в баночке. Блестящие все. Вот такой какой-то хаки цвет. Наполняемость небольшая, где-то пол баночки. Вся в блестяшках. Это новиночка. Раньше я таких пигментов не видела на AliExpress. Так. Я уже их попробовала и хочу вам показать. Вот это у меня получается вот этот хаки, что я открывала. Вот такой зеленый. Сделала на 10 секунд, просушила топ от Beauty Luxe, втерла. Легко все втирается, минимальный расход. Вот такой эффект как бы зеленый-темный. На черную типсу вот так. Еще я сделала вот первый. Вот такой эффект получился. С этими пигментами можно играться и играться. Так, ну, конечно, на белой типсе будет совсем по-другому смотреться. Этот мне понравился, такой зеленый, какой-то красивый цвет. И дальше смотрим, что тут мне пришло. Это мне пришли кусочки.
эти кусочки сливы, миллиончики. У меня уже подобные были на распаковке. Так, идут в защитном колпачке. Сейчас посмотрим, как полотна сходится. Да, сходится. Так, фокус вам покажу. Я вся в блестяшках. Кусочки. Так, сейчас посмотрим, острые ли они. Да, острые. Проблем нет. Да. Такой силиконовый колпачок. Цена не очень бюджетная, если честно. Но качество у них хорошее. Дальше. Еще одна посылочка. Это мне кисточка. Давно я смотрела на эту кисточку. У меня подобный есть силиконовый пушер. И я решила все же ее себе заказать. Вот так упаковано. Такая она как бы такая красивая, разноцветная. Так, фокус. Вот, поближе. Делать посыпушки. Вот будет у меня такая красивая кисточка с стразиками внутри. Какая красота. Какая приятная на ощупь. Можно взять все лишнее из ноготочка. Красивая кисточка. Мне кажется, что там были и другие цвета у продавца, не только розовый. Дальше следующая посылочка. Это мне пришли наклеечки под номером 505. Вот такие тигровые, красивые, розовые. Эти линии сплошные, красивые. Это идут 3D наклейки. Их только отклейте, наклейте, дизайн у вас готов. Подойдут как на длинные, так и на короткие ноготочки. Красивые, да? Там есть разные в такой тигровой тематике наклейки. То есть, что имеется в виду, разные. Разные цвета. Другие есть цвета. Я выбрала себе вот такие. Красивые наклеечки. И, конечно, плюсы этих наклеек, что быстро получается дизайн. Вот инструкция тут по применению. Такая красота. Вот такая у нас сегодня была большая распаковочка. Даже все мне в камеру не вмещается. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок. Ссылки на все товары будут в описании под видео. И всем вам до новых встреч. Пока-пока!